Алан Геннадьевич, расскажите об игре, какие впечатления в дебюте на чемпионате? Ну, в связи с результатом, наверное, впечатления скорее отрицательные, но впервые ребята играли на таком уровне, впервые представляют весь тур на таком уровне. Хочу похвалить команду Грозного, очень организованная, очень хорошая команда, видно, что сбалансированная, ребята подобраны. К сожалению, я бы не сказал, что прям по игре переиграли, какие-то ошибки индивидуальные футболистов привели к такому результату в счет. На табло, но счет скорее не по игре. А каково вернуться город Смоленск, где вы провели часть своей игровой карьеры? Конечно, безумно приятно повстречать старых друзей, тех, с кем когда-то играли, общались. Масса впечатлений приятных. Все, спасибо.